Сегодня мы приехали в Каунас, а точнее мы едем на его авторынок, чтобы показать вам цены на автомобили. Так, посмотрим, сколько стоят автомобильчики. Здесь у нас Volvo XC70, 2008 год, 7590. Вот такой вот. Потом давайте Volkswagen Touareg 8500, 2007 год. Вот так вот. Еще одна Volvo. Так, это XC60, 11800, 2011. BMW X5, 2005 год, 3.0 дизель, 5890. А так, в принципе, их натирает машинки. Вот так, чтобы красиво было. Вот так. И антифристом рядышком. Так, Mercedes. Очень редкая модель. Вот такой вот Mercedesик. Стоимость 5850, 2007 дизель, 3.0. Peugeot. За 2850, 2007, 2008 год. 207 Peugeot, вернее. Nissan Qashqai, 2007 год, автомат, бензин, 6300. Mercedes-Benz C-класс, универсал, цена 2700, 2004 год. Здесь у нас стоит одинокий Hyundai Tucson, в таком более-менее хорошем состоянии, 3700 евро, 2006 год, 2.0 дизель. Вот такая машинка. Пройдемся по вот этому ряду. Здесь у нас BMW 5, 5950, 2008 год. Конечно же, дизель. Volvo V60, если не ошибаюсь. 6350, 1.6 дизель. И BMW 7 серия. 6800, 2005 год. Так, в принципе, все это выглядит. Без цены. Вот так, в принципе, выглядит авторынок в Каунасе. И одна самая большая проблема. Здесь очень часто не написаны цены, что не может абсолютно не радовать. Ну вот, допустим, BMW 3 серия, 2007 год, цены нет. Обидно. Audi A4, 2009 год, 7950 S-Line. Вот. Так мы выглядим. Еще один бесценный автомобиль. Peugeot. Какой это у нас Peugeot? 6250, 2010 год, Peugeot 3008. Пятая серия, в кузове универсал, 6750, 2008 год, 525. Volvo, так, не хочу ошибиться, Volvo S80, 2009, 5450. И рядышком у нас еще Jeep Grand Cherokee 5450, 2006, конечно же, дизель, 3.0 автомат. Давайте заглянем. Да, грязный, конечно. Снаружи грязный.
для любителей чего-то необычного, Mini Cooper 2003 год, 2600. Вот такой вот. Ну, тут непонятно, здесь какие-то штучки на крыше. Непонятно, бензин. Бензин 1.6. Так, Toyota Corolla Versa 300, дизель, 2006 год. Вот такая. Потом Honda FRV 4850, 2009, 2.2 дизель. И здесь у нас Toyota Prius 2005 год, 4200. И Opel Corsa 2011 год, 3900, евро 5. Давайте посмотрим. Opel Astra купе 1.8 бензин, 950 евро, 2000 год. И вот рядышком у нас еще стоит Toyota Auris 4350, 2009 год, 1.6 бензин. BMW X5, 2002 год, 4300 стоит. Сейчас вам покажу более. Вот так вот. 3.0, дизель 2002, автомат 4300. Еще есть Renault Espace 2009, 2600. Mercedes ML 2002 год, дизель 2850. Вот такой вот. Opel Insignia 2011 год, дизель 2.0 5500. Потом Skoda Superb 2450, 2005. Сейчас Opel Astra купе с панорамным стеклом вот таким большим, 2009, 3490. Audi A6 2150, 2003. Peugeot 208, 2013 год, 1.2 бензин, 5250. Такой вот красивый. BMW 3 серия 2007, 3850 дизель. И BMW 5 серия 3850, 2005 год. Вот так вот. Еще Golf 5. Ой, Гольф четвертый. Четвертый Гольф. 2000 год, 1650 цена. Так вот. Ауди у нас. Ауди, ауди. Audi A4 2002, Quattro 1990. Volvo V70 2010, 5500. В кузове универсала. Дизель. Volkswagen Touran 2012 год, 8350. Honda Accord, довольно редкий автомобиль в этих краях, в кузове универсал, стоит 5500, 2008 год. Chevrolet Aveo
Она 2013 года, пробег написан 70 тысяч, и цена ее 3600. Сейчас покажу. Так, 1.3 дизель. Также у нас есть Saab 2008 год, 2.0 бензин, 3.750. Такое вот. Так вот. Volvo. Volvo поновее, 2012 год, 7.650. V60, 1.6 дизель автомат. Ford. Это у нас C-Max, 2005 год, 1.6 дизель, 2.150. Вот такой вот. Ford Focus. Ford Focus 2005, 1.6, бензин, 2.450. Поновее. BMW. К сожалению. А, нет, цена есть. Цена 12.850. BMW 530, 2011 год. Вот тут Audi A6, универсал, 2.7, 4.650, 2006. Так, тут у нас еще Ford Fiesta. 4200, 1.4 бензин, 2012 год. Ну и немного постарее. BMW 3 серии. 3.0 двигатель, полный привод, 3.150. Здесь у нас Opel, немного битый взад, конечно. Цена 4.650, 2010 год. Но вот такой вот тут дефект есть у него. BMW первой серии. BMW первой серии, 120D, 3200, 2006. Nissan Qashqai, 2008 год, 5.490, пробег 221 тысяча, полный привод, конечно же дизель. Seat у нас, Seat 1.9, 3.216, пробег, дизель, 2008 год. И Ford C-Max, 2.950, 1.8 бензин, 2007 год. Mazda 3, 2011 год. Цена у нас 4.999, 5.000. 1.6 дизель, пробег заявленный 122 тысячи. Конечно. И здесь у нас еще есть Kia Sorento. Сейчас посмотрим цену, скажем. Kia Sorento, дизель 2.2, полный привод, 2009 год, 4.650. Porsche Cayenne, 2003 год, 4.5 бензин, цена 6.500, причем с газовой установкой. Газ, бензин, пожалуйста.
Пожалуйста. Это просто интересно показать. Audi A8 2009 30 TDI 9300. BMW. Сто шестнадцатый, 1.6 бензин, 7900. Шкода Октавия Универсал 2009, 1.9, автомат 4.990. Peugeot 2007 год. Так, 2007 год, 1.4 бензин, 2.990. Так вот, давайте еще Mercedes покажу. Mercedes 2007, 3.0 дизель, 7.450.